бы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказов. Так бесы ей, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот 2 цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые? Выходим. Ясно. Да, сэр. Есть. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вроде в прошлый раз пустыня была. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря тебе мы узнали план Миранды. Я поверить не мог, что она превратилась в Мию. Да и выдержать 5 выстрелов в голову — это не хухры-мухры. Жесть. Эй, Альф, посмотри на это. Бисы. Далеко залезли. Боже. Внизу все очень плохо. Как ты намерен добираться до цели? Сначала нужно разнести эту хрень. Прикрою сзади. Давай начнем. Остерегайтесь враждебного биооружия. Ясно. У меня скопление враждебного биооружия. И больше, чем мы думали. Будьте начеку. На западе чисто, выдвигаюсь. Понял. Заметил судно BSA. 2 охранника. Я справлюсь. Осторожнее. Миранда наверняка там. Вперед! Вижу крупное биооружие, мутант! Плесень, вероятно, распыляется разными частицами. Не снимайте маски. Чтоб тебя. Путь перекрыт! Не вопрос. Иди в обход деревни. Эй, босс, это я. Я на позиции, готовлю огневую поддержку. Придется чуть подождать. Ясно. Это Тундра. Я оставила припасы в одном из домов, капитан. Можешь забрать.
Сероглазый, мне нужна помощь! Вместе до точки. Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. Отлично! Перезаряжаюсь. Минутку. Туда движется целый рух. Перезаряжаюсь. Это не следует.